Подпиши мою книжку с автографами, пожалуйста. Я готова танцевать от радости. Мало кто может похвастаться. Не глупи. Зачем ставить на кон жизнь, если есть золото? Сыграй в арку. Я их пару дней назад купил. А, да, это как раз то, что нужно. Ого-го! Я чувствую присутствие лютниста. Не может быть, наконец-то настоящая музыка. О, твоя игра великолепна. Продолжай. И торжественный финал. Заверши мелодию верно. Да, да, браво! Виртуозное исполнение, просто чудесно! Неужели здесь появился великий трагический актер? Есть ли кто-нибудь, кто познал жизнь, кто сможет дополнить мои слова достойным представлением? Я величайший автор трагедии в Альбионе, автор множества пьес. А сейчас я оттачиваю свой величайший шедевр. Ты можешь помочь мне? При
прекрасно! Все, что тебе надо делать, это отвечать на каждое мое высказывание соответствующим выражением лица. Пусть тебя ведет мощь моего воображения. Руперт фланировал по улице с другом, когда вдруг разразился смехом. Его близкий знакомец Альфред вдруг испортил воздух самым пахучим образом. Группа неугомонных подростков приступила к издевательствам над ним, тыкая пальцами и издевательски фыркая. Альфред и Руперт были раздосадованы и принялись использовать средние пальцы самым оскорбительным образом. Наглецы ответили, простирая пальцы вульгарным и неблагопристойным образом. Альфред продемонстрировал жестокие намерения с помощью глубокого рыка, но не смог устрашить пубертатных негодяев. Руперт же одержал верх, произведя кровожадное рычание, обратившее в бегство юнцов, коснеющих в грехе. И именно в тот момент он прикоснулся взглядом к совершенной красоте жени и тут же пал на колени, исполненный любвеобильного поклонения. Внимание Руперта смогло породить взаимное внимание жени, и они протанцевали всю ночь в местном питейном заведении. Вот так наша эпопея завершилась, и, прощаясь, они послали друг другу воздушный поцелуй. Конец. Это абсолютно потрясающе. Текст просто сияющий. Правда, гениальное использование семиактной структуры? Тебе повезло испытать воздействие титанического образца литературы. Мне пора приступать к продолжению. Считаешь себя мастером? Сыграй в сложнейшую игру, Арка! Замечательно! Вот бы все клиенты были такими, как ты. Приходи в любой... Спасибо тебе за покупку. Ты не разочаруешься.
тебе титулы! Тебя я обслужу особенно охотно. Тебе надо это купить. Я себе приобрела и не пожалела ни разу. Сталь безнадежна. Из всех клиентов предпочитаю тебя. Устарела. Не черви. Лавки закрыты до завтра. Лавкам пора закрываться. Привет, львиное сердце. Ого! Мазила, ты уже столько времени не можешь на мне попасть. Невероятно. Можно мне для бутылки? А не знаю, как оно вообще в целом? Такой игры вы еще не видели, если, конечно, уже не играли. О, да загляни под стол. Что смотришь, как баран на новые ворота? Все равно игра. О, привет. Чем я могу сказать? Можешь, конечно, попробовать выстрелить меня. Что ты скорее глаз себе выйдешь. Но престижность магазина растет. Более чем рада помочь, мой друг. Нет для тебя кое-что остренькое. Ручаюсь, ты спишь на огромной куче дров. Просыпайтесь! Можно я возьму твои перчатки? Спросила.
дашь у меня много денежек, я смогу закупить... Всегда приятно помочь покупателю. Тебе понравится? Ну же, надоело, что люди на тебя смотрят? Хочешь попробовать стать... Разбойники придут сюда и сожгут все. Чтобы на меня не прыгнул кто-то очень страшный, я всем страшным раздаю подарки и надеюсь, что они... У меня нет крыши над головой. Приятно видеть тебя снова. Пользуйся. Это хорош. Заходи в любое время. Заходи в любое время. Счастлив помочь. Настоятельно рекомендую. Я хочу... Не хочешь немного поиграть? Зачем? Могу я чем-то помочь? Хорошая покупка. Только лучшие натуральные продукты. Что будешь пить? Всегда рад купить у тебя парочку вещей. Помочь?
Надеюсь, я смогу перепродать это. Ты обратился по адресу. Всегда рад купить то, что тебе не нужно. Всегда рад купить то, что тебе не нужно. Подходи, погляди на товары. У тебя есть что? Лавки закрываются. А так, золотце. Ты мой любимый клиент. Заходи в любое время. Пользуйся. Это хорош. Заходи в любое время. О, ла. Лавкам пора закрываться. Прошу, я умираю от голода. Я был человеком много лет назад и мясо ел, много мяса. Дай мне мясо, быстрее! Видел мясо! Бежит! Бежит мне в рот! Мясо! Славное мясо! Ты теперь заходи! Тебе всегда рады в моей лавке. Это правильно. Это правильный. Пользуйся. Ха-ха-ха-ха!
твоем месте, я бы стала бы... Наверное, Ой, это будет просто сногсшибательно. О, львиное сердце. Считаешь себя мастером? Сыграй в сложнейшую игру, арка! Зачем ставить на кон жизнь, если есть золото? Поймал! Бежим! Пора бежать! О, я рад твоему возвращению. Это Надеюсь, покупка Пользуйся! Слушай, прошу тебя, будь ты человек. Ты требуешь слишком много у меня. Столько. Нет. Отлично. Покажи еще. Одежка-то у тебя не из дешевых. Счастлив помочь. Приблизься. Хочу побыть с тобой немного. Хороший мочи. Обратись ко мне.
Это будет чудесно. Приключение. О, Розалия, по что покинула меня? Ты начертала имя свое на каменном сердце моем, разбив его потом кувалдой разлуки. О, привет. Бьюсь об заклад, тебе не встречалось любви вернее и чище моей. О, увидеть бы хоть тень такой любви, хоть на мгновение, и душа моя б наполнилась восторгом. Нежный поцелуй обвенчанных влюбленных — вот все, что я хочу увидеть. Их вид облегчил бы мои страдания. Я не обращаю внимания на монахов, пока они не начинают докучать меня со своей верой. Но это же не очень опасно, правда? Ну, кольцо... О, бальзам на мое раненое сердце! Как сладостно видеть такую верность! Пусть мои сокровища принесут тебе хоть половину этого счастья! Пусть тебе что-то обворожит. Любишь шелковые простыни? Иди сюда, дорогуша. Так я львиное сердце, верно? Давай!
дело. Давай-ка еще разочек. Постой здесь, пока мы будем тебя убивать. За добрую милю воняет. Входи! Награда что? Не беспокойся, мы сделаем это быстро. Так тебя люблю. Ценю тебя больше других покупателей. Если... Приноси все, что не пригодится. Если есть что на продажу, ты знаешь. Такой клиент – большая честь. Надеюсь, тебе понравится.
Рубани его хорошенько! Всем стоять на месте! Ой, ой! Просто плавала голой. Как скучен этот мир. Я торчу здесь уже тысячи лет, нового мне уже не увидеть. Эй, ты, это что за лохматая штука, прыгающая вверх-вниз? Он может выполнять команды? Пусть покажет что-нибудь. Что угодно, лишь бы нарушить это однообразие. О, как удивительно дурашливо. А что еще он может делать? Думаешь, что у меня памяти совсем нет? Это все уже было. Нет ничего приятнее, чем наблюдать за глупым животным, которое унижается ради моего удовольствия. Еще. Не трать мое время человеческими штучками. Я хочу посмотреть на пса. Точно могу сказать, что такого мне видеть не приходилось. А еще что-нибудь? Можно сказать, не зря я ждал несколько тысяч лет. Если он сделает что-нибудь еще, я вас пропущу. Да, очень забавно. Вот теперь меня точно ничем не удивишь. Думаю, надо вздремнуть. Пару сотен лет будет достаточно. Надеюсь, мир к тому времени станет интереснее.
ладно, могу и с тобой поболтаться. Мне горько осознавать, что я ошибался в тебе. О, это будет забавно. О, да, я никогда раньше не занимался подобным. О, жду не дождусь. Боюсь, я сейчас немного занята. Неплохо. Ладно, идем. Ого! Только кольцо на моем пальчике укрепит нашу любовь. Я стала еще счастливее, чем раньше. Ах, да, конечно. Куда же мы пойдем? Веди, и я пойду за тобой. Я всегда готов идти за тобой. Наверное, я в тебе ошибался. Да, продолжай. Извини, но я сейчас очень занят. Умереть можно со скуки. Пойдем. Показывай путь. Ба! Очень рад. О, получить обручальное кольцо. Кольцо позволит сделать так, мечта чтобы все узнали о нашей любви. Я сейчас засыпаю. Прошу прощения. А мне еще казалось, будто мы родственные. Показывай путь. Это великолепная аудитория. Какой уже из драм великий усладить ваш слух сегодня? Трагедия портного может статься? Нет, нет, уж слишком прихотливо для случая. О, да, тогда раскаяние алхимика. Величайшая из пьес Марли. В таверне ты в первый раз узрел ее, приготовляя сладкую настойку. Но красота ее наполнила мои настои горьким вкусом. О, лучше бы я вырвал непослушные глаза. Не мог ли знать, что в гарпию красотка превратится? Услышьте мой рассказ и рассудите. Могло ли преданное сердце путь избрать иной? Приди, мой друг Антонио. Луна так нежно наклонилась над звездою, и вечер тих. Подобные тебе не спасают принцесс, как ты. А меня ты тогда кольцо. Кто Саша, хочет, можно было бы говорить о свадьбе, если кольца. Все время... Вот я стою, рука сжимает яд, что многих уж к праотцам отправил. Приправлен яд слезами, что пролил я в час ее измены. Его я выпью. И рассвета не увижу. А вам скажу, живите долго и счастливо, мои друзья. Чтобы все узнали о нашем обручальное кольцо. Мне казалось, что все идет нормально. Какая возмутительно бедная местность. Я сержусь так сильно, как только возможно. Просто я отвечу тебя здесь. Thank you.
Не стрелять! Беги, быстро! Убирайся! Смертельным. Ну ладно. Но мог же быть, а еще может. Да, страшные нарывы, и кровь течет из всех отверстий. В любой момент. Слушай, просто отвали, а? Для таких, как ты, здесь ничего нет. Скучная повседневность, ничего героического. Честно? Я просто умру от стыда, если ты увидишь, что у меня там. Оно того не стоит. Ну, поищи другого демона-стража. Ты что, намеков не понимаешь? Ладно, хорошо, только потом не жалуйся. Секрет прохождения в сыре. Да, мне нужен сыр. Что стоишь? Зачем беспокоиться? Да меня здесь может уже не быть, когда ты вернешься. Я уезжаю в отпуск навсегда, очень далеко. О! Значит, сырный голод закончился. Гадство. Гадски хорошо, да. Конечно, ты все еще не в форме этого сыросвященного носителя. Именно так, да, я же говорю. Кстати, а где твои дреды? А еще нужны бакенбарды. А заметно, что мне вчера стрижку сделали? Что такая личность, как ты? У меня есть титулы! Последний скандал. Я хороший, славный. Да, это хороший скандал. У них сейчас самые лучшие. Лавки открыты! Если, конечно, у него есть на что сыграть. Готовьтесь! Лавки открываются! Удиви друзей врагов! Великолепно! Очаровательно! Отлично. Может... Чему тратить деньги на еду? Потратьте их здесь. О! И еще раз сделаем. Здоровье, мана и многое другое. О, я рад твоему возвращению. Надеюсь, покупка? Пользуйся. Это правильный выбор. Thank you.
все, чтобы тебе угодить. Надеюсь, я смогу перепродать это. Что смотришь, как баран на новые ворота? Все равно чем могу? Счастлив пом. Всегда рад увидеть у тебя парочку. Только взгляни. Хороший мальчик. Я мечтала о твоем автографе. Я твоя мечта. Или слабо. Хочу сменить работу. Где вы найдете место? У меня там кое-кто есть. Не попадешь. Не попадешь. Драгоценные камни. Если это тебе покажет. Мало кто может похвастаться интересом именем. Более чем рада помочь, мой друг. Спасибо. Оно в хорошем состоянии. Беги! Бежи! С этим местом связано много воспоминаний. Здесь бедняк может стать богачом, если, конечно, у него есть на что. Владимир, я превратила тебя в чемпиона. Бежим! И как только такие, как ты, умудряются из всех клиентов предпочитаю тебя. Еще что-нибудь на продажу? Скажи, а ты правда не знаешь, как держать? Слушай, я ведь опаздываю. Увидимся. Укрась себя нашими орнаментами. Я могу. Вот бы все клиенты были такими, как ты. Ты не разочаруешься. Счастливо помочь. Надеюсь, тебе понравится. Лучшая игра.
Не похоже. Как уже говорилось, священный сыроноситель должен обладать лицевой и черепной растительностью. Чего-то одного мало. Древние заклинания очень строги на этот счет. И это должны быть дреды. Именно дреды. Ты мой любимый клиент. Это хорошая вещь. Пользуйся. Заходи. Это хорошая вещь. У нас есть как раз то, что тебе понравится. Пользуйся! Испытай со мной лучшие. Удивительно! Можно я возьму твои перчатки? Я к твоим... Всегда приятно помочь покупателю. Тебе понравится? Привет! Мы пришли тебя убить! Мне пора
начинать столетний цикл спячки. За что? Почему я? Неужели ты не знаешь, когда пора отступить? Очень хорошо. Но в твоей одежде все равно не хватает важных элементов униформы священной носки сыра. Посмотрим. Еще нужна юбка проститутки. Да, и... Дай подумать. Фермерская шляпа. Это чрезвычайно важно. И еще. А еще корсет. А именно это. Неужели я от тебя никогда не отделаюсь? Ты просто не можешь остановиться, так? Ладно, хорошо, только потом не жалуйся. Главное, чтобы другие демоны-стражи не прознали. Какое унижение, какой позор! Только подумать о сокровищах, что были под моей охраной. Умоляю, никому не открывай мой секрет. Куда это ты направляешься? Я все о тебе знаю. Ты думаешь, что демоны-стражи игрушки, подвластные твоим желаниям? Но только не я. Я величайший, старейший из всех. И я не поддамся никому. Беги и найди для своих игр другой разумный камень. Значит, из всех демонов стражи Альбиона только я на посту. Разве я не говорил о своей особенности, о своей уникальности? Меня не пройти. Моя непревзойденность делает меня особенным. Да, единственным. Наверное, им без меня очень весело. Ладно, это ненадолго.
Невероятно! Хороший мой! Эй! Меня никого не поймать. Спорим, ты меня не поймаешь.